скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля? Чего, чего? Ты что? Ну, я тренируюсь. Земля какая-то выдалась ненормальная. Температура то вверх, то вниз. За окном то завоет, то заплачет. Позавчера было минус 15, а вчера объявляют по радио завтра днем 0 градусов. Рассказали 0, значит жди минус 10. Поделся утром потеплее, тулуп, шапку, варежки, валенки. Выхожу на лестничную площадку, сосед стоит у лифта. В тапочках, в футболке, с зонтиком от солнца. А такой дикий сумасшедший. Главное, на меня смотрят, как на сумасшедшего. В таких случаях, конечно, лучше всего не обращать на них никакого внимания, не раздражать. Вы чудно вы оделись. И он так попугай. Чудно вы оделись. Прогноз-то слышали? А вы прогноз-то слышали? Я-то слышал. И я слышал. 0 градусов. 0 градусов и что? Ну, значит, жди минус 10. А значит, жди плюс 10. Ну, что с него взять? Сумасшедший он и есть сумасшедший. Хорошо, что не буйный. Ну, а с такими лучше совсем не разговаривать, это уж давно известно. Говорили, вы что, вы такой наивный-то? Никогда лучше, чем обещали, не бывает. Если пообещали что-то, готовьтесь гораздо более лучшему. Всегда так было. А вы что, вы такой наивный? Хуже, чем плюс 10, ничего не придумали. Природа сейчас обрадуется, почки распустит, и тут ей по почкам мороз. И все. И мы без фруктов, овощей. Цены вверх, мы вниз. Я ведь не узнал, что есть сумасшедшие, которых можно вылечить, и есть, которых бесполезно лечить. Такого встретишь на улице, лучше сразу перейти на другую сторону, и минус 40 на всякий случай идти молча. Потому что все равно без толку что-то объяснять. Я им говорю, что вы, ей-богу, какой невнимательный. Жди плюс 10, это если государство обещает 0 градусов летом. А сейчас зима, обещает 0 градусов, жди минус 10. Подошел вы, ей-богу, какой невнимательный. Это раньше обещали летом жару, зимой холод. А сейчас пошло, потому что зимой могут пообещать жару, летом холод. Почему никто ничего не верит? Выходим с ним на улицу, там старший по подъезду стоит с градусником, на градуснике 0 градусов. Сумасшедший стоит, дрожит, я стою, потею. Старший по подъезду затрудняется, не знает, потеть ему или дрожат. Вот и что дошло у нас до такого изощренного обмана населения. Сказали 0 градусов, и на самом деле 0 градусов. Дурят, как хотят, и нормальных людей, и сумасшедших. Поликлиник, Белопольской регистратуры. Слушаю, что с вами? Хочу сходить в Кремль. Сходить? Да. В Кремль? Да. Это вам надо к ортопеду. Нет, я хочу крикнуть, да. Надо бы и нам жить получше. Крикнуть, да. Громко, да. Это вам к уху, горлу, носу. Понимаете, я мечтаю, что крикну, и все тогда повернется к лучшему. Мечтаете, да, что к лучшему, да. Так вам психиатру.